забыл вам сказать и показать еще один важный компонент. Это для смеси биогумуса с кофе, который я распою лунку, наливаю, вернее, это зола. Вот на 20-литровое ведро где-то литра 3 золы. Ну, теперь можно и перемешивать. Водички надо добавить, конечно же. Время без 5:12. Десяток лунок я уже залил, приготовленный биогумус. И теперь осталось только посадить в него рассаду. Усаживаемся и начинаем. 22 сентября 2022 года. Итак, посадка клубники завершена. Хватило только на 6 метров погонных два рядка теплицы. И можно посчитать, сколько же всего я корней посадил. Вот видим здесь, сколько освободилось ведер. Они с водой здесь стояли. Теперь их надо отвести обязательно в тень. На солнце пластмасса портится. Ну и посчитаем, сколько же я всего посадил клубники. Здесь получилось 40 кустов. Значит, еще вполне, учитывая вот эту площадь, еще вполне можно рассчитывать в длину еще 40 кустов. И здесь не меньше 4 рядов по 40, вернее, по 20 каждым. Это 80. Но это перспектива на следующий год. А сейчас пока 40 здесь. И пойдем посчитаем, сколько рядков, сколько кустов посажено на ивы. Так, считаем рядки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядков. В каждом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 20 штук, но поскольку вот там поменьше, будем считать, что по 15, значит, порядка 200. А здесь 40 там, в общей сложности 250 кустов посажено. Вот такая у меня была забава. Теперь после того, как перевезу ведра, вывезу отсюда биогумус туда, где у меня там канавка с западной стороны теплицы. Вот такое количество стаканчиков было использовано. Секции попозже покажу. Ну, поехали
в хранилище теперь все это отвезем. Вот мы с вами рядом с хранилищем. Видим здесь цветущую и созревшую кинзу, огуречник, мелиссу. Вот созревшая кинза. И зеленая еще. Ну и вот эти ведра, которые на улице, тоже скоро будут в хранилище, как те, которые я привез на тачке. Хранить их нужно так, в горизонтальном положении, друг друга, в друг друга сильно не вставляя. Ну и вот в ящике коробки. Сейчас помою еще вот такие, тоже сюда поставлю. На этом с посадкой будет все. Ну вот с этой северной стороны у нас тоже красивые яблочки. Это самый поздний сорт. Вот они у нас тут, такая ветка. Внизу опылились, а вверху почему-то ничего нет. Ну и вот посадка сегодняшней клубники, вид северо-востока, северо-запада вернее. Это тоже поздний сорт, но тоже почему-то одна ветка только опылилась. Теперь осталось помыть эти банки и перевернуть их кверху дном. Это будет уже, наверное, завтра.